Всех приветствую, продолжаем бродить по выставкам, знакомиться с работами художников. Музей современного искусства Эрарда представляет выставку 3D-дизайнера Артемия Лебедева, чьи работы обнажают человеческие страхи и переживания. Вот что написано в анонсе этой выставки. Стихия чувств, показанная с помощью технологий. Авторское исследование различных эмоциональных состояний, 3D и видеопроекты как точка входа бессознательная. Эмоции иногда могут быть загадочными. В конце концов, кого не охватывала внезапная ярость, несоразмерная тому, что ее вызвало? Или кто не чувствовал себя угрюмым, безо всякой, казалось бы, на то причины? Артемий Андреевич Лебедев родился в 1996 году. Интерфейсный дизайнер и арт-директор. Специализируется на 3D-промоушен-графике. Проект «Человечество» создан как визуальный эксперимент в цифровом искусстве. Вот так вкратце о выставке, которая прошла в Музее современного искусства Эрарда. Она называлась «Человечество». Автор Артемий Лебедев. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.